вам кажется, почему Господь допускает выкидыш? Болезненная такая ситуация. Но, конечно же, и по грехам родительским это происходит, так как в Библии сказано, грехи родителей на детях до седьмого колена. Может быть, даже не родители непосредственно, а бабушки или прабабушки виноваты вот в этом случае. И здесь винить кого-либо не стоит. Надо просто поусерднее помолиться, чтобы Господь даровал вам ребенка. Мы не можем сказать однозначно, что это произошло по такой причине или по такой причине. Причин огромное количество. Это начиная от того, что мама была, например, не очень, так сказать, аккуратна, подняла тяжесть там, или еще что-то произошло. Пошло там отслоение, что-то там, еще какие-то болезненные процессы. И от этого до того, что какая-нибудь там дедушка или прабабушка разрушали храм Божий, или были там какие-нибудь расстрельные команды там, в ЧК. Столько всех всевозможных ответов можно здесь привести, что вот очень индивидуальный в каждом случае ответ будет.